Вы у меня сегодня в гостях буквально 5-10 минут. И я вам расскажу сегодня о том, как я работаю в интернет. Точнее, я веду свой бизнес в интернет. Вот это мое рабочее место на кухне, да? И я уверена, что вы наверняка задумывались о том же, о чем и я, что классно было бы вести свой собственный бизнес в интернет, найти в интернете хорошую, хорошо оплачиваемую работу. Тем более, что у меня, например, на оплату интернета уходит всего лишь 500 рублей в месяц, и как бы это были бы все вложения в бизнес. Но вы знаете, найти настоящего честного партнера в интернет достаточно сложно, вы же сами видите все, что происходит. Да? Все либо что-то продают, либо это предлагаются какие-то игры, казино, форекс, да, то есть все это смахивает на, во-первых, навязчивое вытягивание денег из людей, во-вторых, на нестабильные заработки. Меня, например, все это не устраивает. И поэтому я работаю с компанией Reflame. Весь бизнес веду с компанией Reflame. Только я скажу сейчас сразу, да. То есть все, что вы знали раньше об Oriflame, все те методы, которыми вы думаете, что надо работать в компании, все ваши представления, я прошу сейчас на 5 минут их все оставить, забыть, потому что речь пойдет о новом направлении работы с компанией Oriflame в рамках нашего проекта «Интернет-карьера». Вы создаете свой собственный бизнес с Oriflame в интернете, не используя ничего из старых методов. И благодаря интернет система ведения бизнеса сделала карьеру в Oriflame гораздо более реальной, быстрой, достижимой и при этом очень комфортной. Ну и два слова о самой компании, как о партнере. Да? Во-первых, если это речь идет о компании Oriflame, то это гарантирует вам 100% выплату тех денег, которые вы заработали. Да? То есть если вы заработали деньги, вы их получите. Более того, деньги, которые вам выплачиваются, да, вы их будете получать не через какие-то там виртуальные кошельки, через какие-то веб-мани, да, вы будете открывать себе абсолютно законным образом счет в банке, в том, который удобен вам, и компания перечисляет вам деньги на этот расчетный счет. Более того, с момента первого перечисления, да, мы, во-первых, открываем индивидуальное предпринимательство, нам с вами идет стаж, идет пенсионный фонд, то есть работая с нами, вы будете еще и официальный стаж работы иметь. Да, поэтому это очень важно. Да? И созданная вами один раз структура будет кормить вас потом очень долгие годы. Более того, по условиям, по плану, маркетинг-плану компании Oriflame, наш совместный с ней бизнес передается нашим детям по наследству. То есть тот счет в банке, который будет у вас, вы сможете передать по наследству детям. Вы знаете, это не пустые слова. Эта процедура официально и законно проводится на всей территории Европы, Азии и СНГ уже не первый год. Да? Ну и что же конкретно мы делаем в проекте? Делаем мы всего два действия, очень-очень простые. Первое действие – это мы покупаем продукцию себе. Только то, что нам действительно нужно, и тогда, когда действительно нужно. И компания нам не ставит какие-то суммы, да? Мы покупаем на ту сумму, на которую на данный момент располагаем. Поэтому мы идем в ванную, смотрим, что у нас сейчас заканчивается, и мы с вами, как женщины, каждый месяц домой покупаем продукцию где-то от 300 до 1000 рублей и выше, то есть кто на какую сумму может себе сейчас позволить. И раньше мы эти деньги относили куда-то соседу, который соседний магазин открыл, или куда-то там, я не знаю, там в супермаркет, в Ашан. Теперь мы это не делаем. Мы просто меняем магазин. Мы перестаем относить деньги в чужой бизнес, вкладывать, да? И мы нашу личную покупку вносим в свой бизнес, этот вклад. То есть мы заходим на сайт Oriflame, который мы используем не для продаж. То есть наш проект основан не на продажах. Не продажи являются смыслом и сутью построения товарооборота, а именно покупки для себя. То есть мы не занимаемся продажами косметики ни в реале, ни в интернет. И поэтому сайт компании вы будете использовать только для того, чтобы войти, сделать личную покупку для себя. И единственное действие, которое мы делаем в реале, это мы идем каждый в своем городе, я в своем, вы в своем, и на тот пункт выдачи, да, продукции, на который вы сделали заказ, мы раз в месяц этот заказ получаем. Оплачиваем там же. То есть стоит такой же терминал, мы оплачиваем его как сотовый телефон. То есть с этим мы разобрались с вами, да? То есть первое действие – покупки для себя. Действие второе. И это действие основное. Без этого действия не будет бизнеса и не будет никаких там больших доходов. Да? Что мы делаем? Мы приглашаем людей в интернете почитать информацию о проекте и при желании к нам присоединиться. То есть мы помогаем им зарегистрироваться в наш проект, в нашу группу, чтобы построить свою структуру, получается, да, с которой вы потом будете получать деньги. Мы просто, переписываясь в интернете, находим людей, которые тоже хотят работать в интернете. Мы им рассказываем о сути проекта или в личку, или в письме, или даем ссылочку на блог, или сайт, или вот видео, как вы сейчас смотрите, да.
И все вот это, кстати говоря, да, всю платформу, да, вы получаете в готовом виде, приходя в проект. Вам не нужно будет ничего создавать саму, вы все инструменты получаете готовые. И всех этих людей, их покупки, компания считает, автоматически учитывает в вашем личном кабинете на сайте Oriflame. Когда вы регистрируетесь в компанию, отправляете свои данные, да, для регистрации, вам на сайте компании Oriflame открывается ваш личный кабинет под номером и паролем. Вы туда заходите под своим. И там вы можете отслеживать весь ваш товарооборот, весь бизнес, ваши покупки, покупки всех людей, вашей структуры, тот процент, который вам перечисляется. И за открытие вот этого кабинета и за, как говорится, предоставление вам сайта Oriflame в вечное пользование со всеми его огромными функциями, да, вы постепенно будете подключать их к своей работе, да, мы платим за это всего лишь 149 рублей. То есть вот приход в Oriflame стоит 149 рублей. Я не думаю, что это какие-то деньги, которые могут послужить препятствием вам для того, чтобы прийти и работать, и открыть свой бизнес. Более того, если вы попадете в период какой-то акции в компании, да, то даже эти 149 рублей с вас не возьмут. Ну и, наконец, идем дальше, и то, о чем бы мне очень хотелось еще сказать, да. Значит, вот как конкретно делаются все эти действия, да, то есть как мы находим людей, как приглашаем, это мы вас всему научим в процессе, делаем это мы быстро и легко. Обучение у нас всегда бесплатное, и вам гарантирована всегда помощь наставника и всей команды. Ну, в общем-то, механизм образования как бы денег, да, и тех денег, которые получаете лично вы, вам уже должен был понятен быть, да. То есть каждый перечисляет небольшую сумму денег за свою покупку, деньги поступают в компанию, компания возвращает нам определенный процент со всего созданного товарооборота наличными деньгами. Сколько же можно зарабатывать? Зарабатывать можно от 3 до 22% со всего созданного вами товарооборота. То есть компания платит 22% абсолютно со всей структуры в глубину. Да? То есть со всей структуры, которая вами выстроена на всех ее уровнях. А вы строите структуру же не только вы. Дело в том, что все люди, которые становятся вашими партнерами и присоединяются к вашей команде, они точно так же делают эти два действия. Каждый покупает себе и дает информацию дальше, да, то есть он дает информацию, общаясь с другими людьми, да, находит тех людей, которые тоже хотят работать в интернет, присоединяются к проекту и так далее, и так далее. Таким образом, структура растет, ну, уже в геометрической прогрессии, потому что это усилие не только вас одного, да, а и ваших партнеров. Поэтому как быстро можно выйти на доход примерно, например, от $1000, да? В среднем партнеры проекта вот в течение последних 2-3 лет, да, в разных странах СНГ выходят на этот уровень от 5 до 12 месяцев. Это зависит, от, конечно же, от того, сколько времени вы готовы этому посвящать, да, и от уровня вашей подготовки. Вот, кстати, об уровне подготовки, да, то есть надо ли быть продвинутым пользователем компьютера, интернета. Я скажу сразу честно, что уровня одноклассников достаточно, а всему остальному вы по ходу научитесь. Но как бы это еще не все, да, и вот то, что вы можете, да, подчеркнуть информацию, зайдя на официальный сайт Oriflame и посмотреть, какая там карьерная лестница. А наш проект называется именно интернет-карьера, да, то есть мы делаем карьеру, начиная от самого начального уровня до самых высоких званий, вот только нажимая на кнопочки, да, то есть практически не выходя из дома. Вы становитесь директором структуры, и это только начало карьеры в Oriflame. Это доход в месяц от $1000 и выше, и еще премии можем и до $3000 собрать, пока это звание закрываем. И вы сможете сделать реальную карьеру дома, находясь, а на какие-то мероприятия вы будете выезжать только на официальные мероприятия компании по приглашению. Приглашение дается всегда на два лица, где вас официально будут поздравлять с вашими новыми званиями. Это и банкеты директоров в столице вашей страны, да, и с уровня золотого директора, это международные конференции. То есть вы сможете бесплатно от компании даже ездить за границу. Повторяю, что об этом очень много есть информации в интернете. И очень выгодно помогать своим партнерам по команде тоже выходить на уровень директора. Почему? Потому что с каждым новым директором под вами в вашей команде ваш доход вырастает примерно на $1000. То есть он становится еще на $1000 выше, поэтому помогать это еще и выгодно. Ну и, конечно же, вы полностью можете, во-первых, совмещать с основной работой, с любой, которая есть на данный момент, совмещать с воспитанием любого количества детишек. Да? И вот задумайтесь, что, возможно, на определенном этапе, если вас основная работа ваша в чем-то не устраивает, да, то с момента открытия счета в банке вы можете полностью оставить ту работу, которая была у вас, и посвятить свои силы, свое время
здесь, вкладывать уже их в свой собственный бизнес, да? И вложив вот таким вот образом год, два, три, вы можете выходить на уровень пассивного дохода. То есть компания нас не заставляет работать какое-то количество лет. Вы создали свою структуру, она вам начинает приносить определенный процент с товарооборота, определенный доход, если он вас устраивает, да? Вы можете просто больше ничего не делать, не работать с такой интенсивностью, но доход на счет банки вам будет перечисляться, причем по возрастающей. Почему? Потому что к вам присоединяются новые партнеры, которые вновь начинают строить свои структуры в разных городах. Ну, о возможности интернета, наверное, даже не надо говорить, вы сами можете себе представить, что они просто безграничны, да? То есть это все русскоговорящие страны. Мы можем работать с 42 странами мира, то есть везде, где есть русскоговорящие люди, или, пожалуйста, через переводчик, да? То есть возможности просто безграничны. Вот. И если это выглядит для вас как-то неправдоподобно сейчас, то вы можете прийти, попробовать, ничем не рискуя, самому во всем убедиться, потому что вы сюда денег абсолютно не вкладываете. И, кстати, те люди, которых вы приглашаете, точно так же не вкладывают денег. Но если все-таки вам приходят в голову сейчас такие мысли, что это какая очередная пирамида, да, лохотрон, ну, как бы, да, в таком нехорошем смысле этого слова, то я вам отвечу очень просто. Пирамиды не держатся во всем мире, да, 50 лет. Не работают столько. Они не работают на 62 страны мира, как Oriflame. У них нет товара, который востребован, продается везде, дают огромные товарообороты. Более того, у пирамид и лохотронов не может быть своих фабрик и заводов, а у Oriflame их 6. Они не пользуются уважением и вниманием, например, посла Швеции в России, шведской королевской семьи, лично королевы Сильвии, которая присутствовала на многих официальных мероприятиях компании. Поэтому я думаю, что я достаточно ясно вам объяснила, что компания Oriflame – это компания очень законная, честная, очень уважаемая, и внутри нее нет и не может быть никаких пирамид и лохотронов, и наш проект в том числе, конечно же, ей не является, да? Кстати, о нашем проекте знает руководство компании, всячески нас поддерживает информационно, да, то есть делает все для того, чтобы у нас, как у партнеров, как можно эффективнее получалась наша работа, чтобы мы как можно больше могли зарабатывать в компании, потому что сама компания в этом заинтересована, мы для нее же развиваем товарооборот. Поэтому это очень такое надежное, взаимовыгодное партнерство. Ну и, наконец, присоединяясь в нашу команду сегодня, вы сможете зарабатывать за год больше, чем те люди, которые работают в Oriflame, может быть, 3-5 лет. Повторяю, потому что это интернет-технологии. Очень простые. Второй момент. Если вы приходите в нашу команду сегодня, то вы сможете зарабатывать в нашем проекте больше, чем те, кто пришел в него, скажем, год назад. Это тоже также ваше, как бы, да, желание, время, усилия. Более того, я вам скажу честно, что вы, может быть, даже зарабатывать будете больше нас и больше меня. То есть маркетинг-план Oriflame подразумевает именно вот такие справедливые выплаты. Да? Конечно же, придется немножко поработать, но это возможно. То есть справедливые принципы оплаты. Поэтому приходите, работайте и получайте столько, сколько вы сами хотите, сколько вы того заслуживаете, а не сколько вам на работе ваше устанавливает там, начальник вас, во сколько оценивает. Да? Здесь решаете все именно вы. Ну и, наконец, вы ничем не рискуете, у вас нет никаких обязательств ни перед компанией Oriflame, ни перед нами. Вы можете на любой стадии проекта, ну, просто выйти из проекта, да, ну, или просто остаться потребителем, да, покупать косметику себе со скидкой. Потому что мы покупаем не по цене каталога, мы покупаем как официальные клиенты компании уже по цене склада, это почти на 20% меньше, это тоже очень выгодно. Ну и если вы придете, останетесь и сделаете результат, то поверьте мне, ваша жизнь изменится, и изменится очень сильно. Ну и, наконец, что, как бы такой важный технический момент я хотела бы вам сказать. Если вас мое предложение заинтересовало, и вы хотели бы присоединиться и попробовать, то не нужно сейчас прямо бежать на сайт компании Oriflame и регистрироваться, потому что сайт устроен таким образом, что, отправив свои данные просто на сайте Oriflame, да, то вы попадете в Oriflame, но не в наш проект и не в нашу команду, потому что сайт зарегистрирует вас под первого попавшегося консультанта, и никому неизвестно, где вы окажетесь, да? Так вот, для того, чтобы попасть именно в наш проект, в нашу команду, если вы, например, видите это видео на YouTube, да, то, значит, смотрите ссылочку для регистрации в комментариях, то есть регистрируйтесь по ней. Или это видео размещено на чьем-то блоге, значит, в блоге есть ссылка на регистрацию, регистрируйтесь через блог. Вот. Ну или просто пишите напрямую тому человеку, который дал вам посмотреть это видео. И я вам от всей души желаю, приходите, пробуйте, добро пожаловать в нашу команду.